Всем доброго времени суток, с вами канал ArtMoney. Сегодня у нас с вами видео обзор на вот такие вот чипсы картофельные со вкусом курицы. Вот, они вот такие вот длинненькие, не как лейс, там или русская картошка, они другие совсем. Вот такая вот коробочка. Фотографии на все вот это вот будет в конце ролика. Посмотрите состав и все-все прочее. Ну, тут не такой уж большой. Масса 200 грамм. Вот. Давайте их посмотрим. Здесь они вот такие вот тоненькие. Вот тут тоненькие нарисованы, здесь потолще нарисовано немножко. Давайте посмотрим, какие они внутри. Они упакованы на два мешочка. Так, там ничего нету больше. Два мешочка — это очень хорошо на самом деле, потому что один, допустим, не съешь сразу. Бывает такое, потом остается, потом девать некуда. Кладешь какие-то мешки, а это вот очень удобно. И я их уже покупала. Покупала я их года 4-5 назад, наверное. Они были в прозрачных мешочках, они мне понравились, ну, такие необыкновенные, нормально. Ну, прям как лейс. Ну, нормальные, вкусные. Вот, и сейчас я увидела их в продаже, вспомнила то время, когда только-только появился Фиг Прайс. И думаю, дай куплю. Попробовать, изменился вкус или нет. Так. Вот это вот поменьше, мне кажется, а вот это, мне кажется, побольше. Давайте ее откроем. Так, что мы тут видим? Видим мы абсолютно белые. Тут мне казались, что они будут другие, немножко разных цветов, видите? Темные, вот, желтые, как бы светло-желтые, темнее. Там. Тут они все одинаковые, но на тот момент, много лет назад, они были другие. Они были, насколько мне помнится, с какими-то укропчиками там, какие-то там, ну, не знаю, другие были они. По вкусу напоминает кубики Ролтон, которые в суп добавляют, напоминают вот их именно. На чипсы особо не похожи. Как знаете, как бывает масло, маргарин и спред. Спред там что-то среднее между маслом и маргарином. Вот тут тоже так же. В принципе, как чипсы их можно есть. Там что-то такое химическое, что у нас там в составе. Пюре картофельное сухое. Ну, ничего натурального нет. Масло растительное, мука пшеничная, соль поваренная, пищевая, йодированная. Крахмал картофельный. Так, вкус ароматический. Добавление курицы. Соль, амортизаторы натуральные. Идеально натуральные. Тра-та-та. Так, лактоза. Специи, вещество. И чего-то там еще непонятное. Ну, просто забыть. В принципе, вы можете даже это дома сделать сами, потому что это не круглый, как лейс, не корявый, там, как русская картошка. Также, наверное, скорее всего, оно
То есть это ненатуральное картофельное пюре в сухом виде, просто разглаживается, ну, делается, да, в виде теста, и потом разрезается на кей, там и запекается в духовке. Вот. То же самое можете сделать дома. Такие пожевать, в принципе, в компании можно. Довольно их тут много. Ну, как раз, в принципе, на компанию с 4 человек вполне будет. Достаточно там один человек, вот второй там. И тут как раз так же два. Давайте это тоже откроем. Посмотрим, что здесь у нас находится. Здесь находится у нас то же самое. Они все одинаковые, хотя мне нравятся, если честно, больше поджаристые. Вот, ну сколько штук их считать, я думаю, смысла нет. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, ну, около 20 штук здесь. Ну, тут 20, значит, и здесь где-то примерно 20. Ломаются вот легко довольно. Вот тут немножко другие они. Тут пожелтее, тут потемнее. Тонкие. Прям тонюсенькие. Мне кажется, из них можно сделать какое-то блюдо. Их туда добавить. Тем более сейчас к Новому году все идет. Не то, что там поесть. Напишите мне в комментариях, ели вы такие чипсы, понравились они вам или нет. И напишите, есть ли какие-то рецепты с добавлением вот таких вот чипсов. Ну, таких или других чипсов. Или, может быть, какие-то вы делали дома, готовили рецепты, мы можем вместе с вами также их приготовить. Вот. Или приготовить дома сами, можем с вами такие чипсы. Потому что по составу видно, что они готовятся довольно легко. Причем, знаете, в некоторых местах они соленые, ну, побольше соли, а в некоторых местах нету соли. Как-то они это не просоленные особо. Но здесь они переломленные, здесь они целые. Это, видимо, краешек. Вот. Здесь тоже, кстати, вот. А, ну вот они, в принципе, нет, не длинные. Тоже тут вот краешек есть. Вот видите, другого цвета совсем. Да, вкус курицы особо не чувствуется. Чувствуются просто чипсы, обыкновенные чипсы с солью. Ну, вернее, обыкновенные, там такая вот сделанное тесто из картофельного пюре вместе с солью. Ну, курицу я не почувствовала. Не знаю, если бы, может быть, был бы лук, яйца или что-нибудь там острое, может быть, да, было бы чувствительно, а так нет. Ну и хочется есть снова, 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 и вот чем больше ешь, чем больше чувствуется соли. Видимо, она как-то, может, через одну, или она, может быть, только вот тут по бокам, наверное, это соль, а посерединке ее поменьше. Вот, всем спасибо за просмотр, с вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, очень жду от вас их. И всем пока-пока.